Всем привет! Вы на канале Денис ТВ. И сегодня мы приехали с вами на Старожевский монастырь, город Звенигород. Надеюсь, вам понравится наше видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Приятного просмотра! Припарковались на парковке возле монастыря. Вот мама выходит, Никита следом. Сегодня у нас очень прохладно было утром. Взяли маме вот такую накидку вязаную. Накидку тоже утеплили. Сейчас солнышко светит, но тоже прохладно. Мы думали, что вообще сегодня будет дождь. Платок маме купили, заехали. Потому что мы забыли платок взять. Сейчас пойдем. Так, идем в сторону главного входа. Так, сейчас мы направляемся в сквер, который находится рядом, напротив монастыря. Сделаем пару фотографий. Сейчас вам покажу памятник монаха. Вот. Здесь вот он стоит. Если там что-то написано, я вам сейчас прочитаю. Я не знаю, кому посвящен этот памятник, потому что ничего не написано. Мама идет с Никитой. Сфотографировались мы возле этого прекрасного памятника. Имя так мы не нашли, кому посвящен. Наверное, это был очень известный монах. Вот, к сожалению, нет никакой информации. Это очень-очень плохо. Так, вот нас уже стены встречают монастыря. Белые, такие высокие. Это главный вход в монастырь, друзья. Мы его пока мимо проходим, потому что нам нужно идти в сторону площадки. Вот туда нужно идти. Так, проходим, друзья, эти белые стены. Красивый башню вот проходим. Вот такую вот. Смотрите, какая высокая. Вау, какой здесь красивый вид. Сейчас я вам покажу, друзья. Какой красивый вид. Смотрите, какая шикарная панорама. Никита, вот Никита смотрит, он мама, мам, ручка вот так сделай, солнышко мешает. Друзья, мы пофотографировались, сделали пару фотографий вот на том месте. Панораму сфотографировали. Сейчас вот идем вдоль этой шикарной белоснежной стены. Вот такая вот стена. Вот мы идем туда дальше. Продолжаем идти, друзья. Спуск сейчас вот. Мама на каблуках. Посмотрите, какая красивая стена. Как это вот называется? Подпорки, да, мам, называется это? Красиво очень сделано. Угу. Очень красиво. Зелень такая прям насыщенная. Классно. Друзья, посмотрите, какая красота. Никит, смотри, как красиво. Видишь? Больше 100 лет монастырю, я думаю. Мама куда-то смотрит туда, вдаль. На зелень. Колодец вот еще здесь есть на территории. 50 метров нужно до него идти. Так. Себя покажу немножечко.
Вот, смотрите, там башня. Где она? Вот башня. Так, там зелень. Колодец там уже находится где-то внизу. Вот, в общем, мы идем, гуляем. Шикарная погода. Погода наладилась, но прохладно. Продолжаем идти. Фотографируемся по пути. Вот, а башня вот. Все еще идем вокруг монастыря. Скоро зайдем уже внутрь. Там будем фотографироваться. Да, мам? Да. Дошли мы до ворот. Вот ползут мои еле-еле. Тут идет реставрация стены. Мама идет. Никита уже здесь. Ждем бабушку. Сейчас что-нибудь придумаем. Не знаю. Друзья, посмотрите, какие красивые иконы. Вот одна икона большая. Там тоже икона. Ворота. Башня. Мы продолжаем идти, в общем. Так, друзья, мы дошли до главного входа в монастырь. Еле-еле доползли по горам, по лесам, по полям. Вот идут наши красавцы. Главный вход. Друзья, вот мы зашли на территорию. Смотрите, какая красота. Вот. Очень красиво. Друзья, идем ищем туалет. Хотят в туалет сходить. Ну что, сходили мы в туалет. Туалет рядом, от входа налево. Поворачивайте и сразу его найдете. Солнышко вот еще печет сильнее и сильнее. Начало. Но это нам хорошо. Потому что утром было очень холодно, мы замерзли. Машину даже печку включали. Мама идет, любуется, все нравится ей. Красиво говорит. Вот главный вход. Сейчас мы поворачиваем, получается, налево. И вот пойдем по этой аллейке центральной. Очень красивый сад, и ирисы вон цветут. Башни вот такие красивые, высокие стоят. Очень красиво, конечно. Вот мои идут. Итак, друзья, мы вот остановились, сделали сейчас пару фотографий. Посмотрите, какая красивая та алтарная часть храма. Очень старая, говорят. Никита там что-то читает. Никита, там что интересно написано? Вот информация. Так, на этом месте в 1998 году построена часовня. Дальше сами прочитайте. Вау, друзья, посмотрите, как красиво. Очень красиво. Солнце прям падает на купол. Красиво, да, мам? Красиво, говорит мама. Какие тебе нравятся? Нравится, нравится. Идут со мной. Рядышком идут. Сейчас будем фотографироваться здесь. Это центр получается, да? Получается. Угу. Идем, гуляем. Ветер дует, прохладно все равно. Очень красиво здесь. Я тоже покажу. Вот втроем идем. Тебе нравится все? Нравится, нравится. Никита, тебе? Нравится, нравится. Вот. Идем. Отдыхаем. Как красиво сзади. Вот. Итак, друзья, мы спустились вниз
монастыря, получается. Монастырь находится на холме. Вон мама переоделась, мы фотографировались сейчас, сделали пару фотографий. Сейчас, думаю, еще вот туда сходим, сейчас фотографируемся. Вот там вот. Продолжаем идти, фотографируемся по пути. Вон киска. Кс-кс-кс-кс-кс. Киска идет. Сейчас снова на горку поднимаемся. Ветер. Как красиво, мам, давай будем здесь фотографироваться. Как красиво, друзья, здесь. Как красиво. Вообще, просто. Очень красиво. Сейчас буду здесь фотографировать еще вот на этом месте их. Очень красиво. Как красиво, друзья. Смотрите. Вот мы дошли. Пофотографировались. Супер. Красивое место. Всем рекомендуем. Да, мам, рекомендуешь другим? Да. Чтоб сюда приехали смотреть. Вот, говорит, обязательно приедете. Идем, наслаждаемся этим прекрасным местом. А вот здесь вот реставрация идет. Да. Здесь реставрация идет. Друзья, это монастырю 366 лет. Никита мне подсказал сейчас. Представляете себе? 366 лет. Так, мои хорошие, наша экскурсия по монастырю подошла к концу. Нам все понравилось, все супер. Сделали много-много фотографий. Вот. Так что рекомендуем, приезжайте. Думаю, вам очень-очень понравится.